А что там в коробке? А кто там в коробке? Вот это да! Это подарок. Это мой домик теперь. Вот. А что это вы тут делаете? Мы да, работаем. Подсказка. Себе еще 150 гривен. Вы опять что-то задумали? Да, это все Саня. Это все Саня. Все Саня гривни за рубли продает. На все вопросы вы найдете ответ. Ведь молчание. Присяги службы тоже нет. Мы не врачи, не солдаты. Спортивный зал наш кабинет. Мы как в театре здесь играем. Десятки, тысячи ролей. Мы учим, лечим, воплощаем вагон избыточных идей. Мы любим, спорим, вдохновляем. Мы скульпторы из маленьких детей, как Андерсон из гадкого утенка. Мы любим белых лебедей. И нет чинов, и нет медалей. Не в этом главное, а в том, чтоб тренеров не забывали. Те лебеди, что созданы трудом. На спортивной арене капризное солнце. И удача не каждому будет светить. Вы на бой провожаете ваших питомцев. Этот взгляд никогда мы не сможем забыть. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Сзади вы нам не читали морали, просто место нам всем в вашем сердце нашлось. Просто в ваших глазах мы порою читали. Самое главное, что вот это, да, подарок, что вы приходите, да, не забывайте, это ценно. Ну, а клуб всегда ваш дом, всегда рады будем вас видеть. Неважно, в каком возрасте приводите своих детей. Я всегда здесь. Всегда помогу, всегда все, что в моих силах сделаю для вас, ну, вы знаете. Спасибо большое. Ну, спасибо большое сегодня за все то, что вы там сделали.
Тишина такая. Ждут. Знак согласия. Ждут, все это от меня. Построились помойные. Мы тут со старшим поколением. У нас троих. Не знаю. Знаете, что это? Не то. Не то. Это пирога. Ну, я думаю, Настя объяснит. Это перкуссионный тренажер. Разминать мышцы. Поэтому, если где-то вдруг будет что-то спазм, будете думать о нас. И вспоминайте. Все предоставили этих спазмов, да? Молодые годы. Ну, последнее, я не знаю, ну тут показать придется. Там один человек поздравление передает. Не знаю, узнаете, нет. Уважаемые Алексей Борисович, поздравляю вас с юбилеем. Желаю здоровья, кавказского долголетия. Не дай знаю. Бог, чтобы ваши воспитанники всегда вас радовали. В будущем. Отменно, похоже. Это не есть, да? Да, серьезно? Да. Будьте на пути, которым мы все любим, наше дзюдо, прославляем нашу страну и родину. А вам еще раз здоровья, благополучия и семейного счастья. Нифига себе, круто. Спасибо. Спасибо большое. Так, ну ладно, чего, надо тренироваться. А ты, Алексей, есть? Давай команду. Давайте, да, давайте все сфотографируемся.